Автомобили помогают компаниям быть мобильными, быстрыми и успешными. Но часто автопарки становятся тяжелыми в управлении. С одной стороны, финансовые и операционные риски затрудняют бюджетирование расходов и планирование в транспортных отделах. С другой, компании не склонны инвестировать в развитие IT-инфраструктуры автопарков. А какое решение предлагает мировой опыт? Операционный лизинг от LeasePlan – это долгосрочная аренда автомобиля, на время которой вам гарантирована бесперебойная работа автопарка. Каждый автомобиль подбирается по вашим требованиям. Обговариваются срок аренды и ожидаемый пробег. Самое главное, что вместе с автомобилем вы получаете комплексное обслуживание, оплата которого входит в единый ежемесячный платеж. Это выгодно, ведь стоимость эксплуатации с каждым годом растет, а вы платите фиксированную сумму. LeasePlan постарался учесть все то, что понадобится автомобилю и пользователям на протяжении всего срока эксплуатации. Каждый автомобиль проходит все стадии подготовки к дороге. После подбора и покупки авто комплектуется системой безопасности на дороге, набором водителя, а также дополнительным оборудованием, если это необходимо. Обязательна регистрация и страхование автомобиля. Только после этого автомобиль доставляется клиенту. Оказавшись на дороге, автомобиль может заехать на плановое ТО, произвести ремонт или заменить шины. А если авто попадает в неприятность, то на помощь придет техническая служба или аварийный комиссар. Из любой точки России водитель может бесплатно позвонить в службу поддержки LeasePlan и получить необходимую помощь. Кроме номера 8800 мы рекомендуем водителям использовать на своем смартфоне персонализированное приложение, которое ответит на многие вопросы и поможет проложить маршрут до ближайшей станции обслуживания. Вместе с автомобилем водителю передается руководство по эксплуатации, которое поможет найти решение в трудной ситуации. Если нет времени самостоятельно посетить ТО, мы можем это сделать за вас, а подменный автомобиль позволит сохранить мобильность и темп работы. Вся информация об автомобилях, действиях с ними и закрепленных пользователях поступает в систему интернет-отчетности, доступ к которой выдается флит-менеджерам компаний-клиентов. LeasePlan позволяет навести порядок со штрафами водителей, анализировать страховые случаи и контролировать пробеги, а также многое другое. Сотрудничая с LeasePlan, клиенты получают сервис одного окна. Не нужно хранить контакты сотен подрядчиков. Все вопросы решает аккаунт-менеджер и служба поддержки водителей. Таким образом, вместе с операционным лизингом вы получаете настраиваемый под себя сервис. Пока не готовы перейти на операционный лизинг, но хотите попробовать все преимущества сервиса LeasePlan, такое возможно. Услуга управления автопарками позволит избавиться от рутины в работе. Чтобы быть первыми в мире, мы придерживаемся ряда правил. Мы используем современные IT-решения, упрощающие работу транспортных отделов. Мы работаем только в рублях, избавляя клиентов от валютных рисков. Мы всегда поможем, что бы ни произошло на дороге. LeasePlan был основан в 1963 году, а в 2012 году открылся российский офис, который стал 31-м в списке стран присутствия LeasePlan. Что дальше? Преодолев отметку в 1,5 миллиона автомобилей по всему миру под управлением, мы намерены продолжать движение вперед, совершенствуя сервисы и делая каждый день легким. С LeasePlan легче.